Первые месяцы после революции основную часть вооруженных сил страны Советской Республики составляли отряды Красной Гвардии. Этих сил было недостаточно, чтобы защитить страну от регулярных армий иностранных государств. Тогда уже была недееспособная старая царская армия, где проходила массовая стихийная демобилизация. Строительство новой Красной Армии началось сразу же после революции. 28 января 1918 года Ленин подписал декрет о создании рабоче-крестьянской Красной Армии, армии нового типа, строящейся на добровольных началах и безоговорочной преданности советской власти. В феврале 1918 года, когда Красная Армия только зарождалась, австро-германские войска в результате предательства Троцкого, самовольно прервавшие мирные переговоры, начали наступление по всему фронту. И 21 февраля советское правительство обратилось к народу с воззванием «Советское Отечество в опасности». Началось массовое вступление добровольцев в Красную Армию. Пик этого процесса пришелся на 23 февраля, когда первые отряды Красной Армии оказали стойкое сопротивление немцам под Псковом и Нарвой. Этот день с тех пор и стал отмечаться как День Советской Красной Армии. В жесточайшей схватке с фашизмом СССР одержал убедительную победу. Сплоченность армии при поддержке советского народа помогла выстоять войну с немецко-фашистскими захватчиками. Красная Армия спасла мир от порабощения нацистскими оккупантами, а растущий оборонный потенциал Советского Союза десятилетиями сдерживал аппетиты новых агрессоров. В 1946 году праздник был переименован в День Советской Армии и Военно-Морского Флота, отмечался торжественным парадом войск и праздничным салютом. Служба в рядах Советской Армии была почетной обязанностью, делом чести и долга, средством проявления доблести и героизма. Мощью своего духа и оружия, единством и сплоченностью побеждали мы сильного, жестокого, коварного врага. Поздравляем с этим знаменательным днем ветеранов Отечественной войны, военных и всех тех, кто ценой своей жизни защищал нашу Родину, Советский Союз.